Ну чё, пацаны, Titan Quest? Здорово, народ, с вами Гупс. Embracer Group, они же THQ Nordic, анонсировали Titan Quest 2. Сказать, что анонс был ожидаемый, это ничего не сказать. Titan Quest является одним из самых популярных диаболоидов в свое время, да и сейчас тоже один из самых популярных в той или иной степени. Но проблема в том, что это анонсирующий трейлер. То есть нам не показали геймплей вообще. У нас только красивые ролики про Грецию, где женщины на заднем плане вроде как на греческом завывают. Но это не отменяет того факта, что вторую часть ждали. И ждали очень давно. Анонс ждали чуть ли не с 2009 года. Ну, в общем-то, спустя почти 15 лет люди дождались. Правда, я боюсь представить, что там намутрят. Если они сделают то же самое, но красивее и больше, в целом, возможно, игру бы можно было похвалить. Но сейчас столько конкурентов, что есть вероятность... провала. Потому что игра может банально никого не зацепить. Но я надеюсь, что Titan Quest это обойдет. Ну а на сегодня это все. До свидания.